Гипотеза какая, шила мы до чего дошли, что людей на телеке настолько достала офигенная картинка, настолько достало прогнозирование сценария, что все это будет спланировано, что они, вот когда ты берешь просто обычный iPhone в руки, там все шипит, там скрипит, и люди готовы вот это смотреть, потому что надоела преснота вот эта, вот, которая с Первого канала идет, и людям это нравится. Партнер этого выпуска – компания HashFlare. Когда-то в человечестве средством оплаты были продукты, потом появились монеты, потом бумажные деньги. Ну а сейчас самое современное – это криптовалюта. Слово кажется страшным, но на самом деле это просто вид электронных денег, которыми легко можно расплачиваться в супермаркете, так же, как и банковской карточкой. Биткоины – это платежная система со своим названием, со своими деньгами. Биткоины не зависят от экономических кризисов. Они как золото, которое всегда растет в цене. Процесс добычи биткоинов называется майнинг. Их добывают мощные компьютеры. Но это не значит, что нужно обязательно покупать такой компьютер. Его просто можно арендовать за там, буквально копейки. Например, вот как на HashFlare. Ничего сложного в добыче биткоинов сегодня нет. Заходите на их сайт, ссылка будет под видео. Пробуйте сервис, зарабатывайте деньги. Ну а мы продолжаем. Ребята, ну вот продолжение бизнес-разборов. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Илья Цветков, правильно? Правильно. Приехали наши друзья из компании Soho Bridge. Всем привет. Сегодня к нам приехал... Компания «Онлайн Красота». Сегодня у нас в гостях Тимофей. Вот расскажи, Илья, пока, что такое вообще умный дом и чем он обычному таким крестьянам, как мы, может помочь в жизни? Ну, помимо того, что он экономит энергию и электричество, все расходы ваши, он помогает в жизни, банально экономит время. То есть у вас уже есть записаны какие-то сценарии, которые связаны с тем, что вы там возвращаетесь домой. Ну, например, я допустим, еду на Бэхе домой еду, да? То есть ну, она увидела, что, Бэхе, я, что там, я в лоб не еду, да? Да, сообразила, у тебя там телефон переместился по геолокации так. Какое-то ну, поле, и она автоматически там уже подогревает тебе бассейн, ты можешь приехать сразу пойти купаться, скажем так. Ну вот, подъезжаешь на машине, там датчики срабатывают, ворота открываются, ты заехал. Допустим, уезжаешь куда-то далеко, у тебя создается имитация присутствия, где-то там, ну у тебя дома нет, а слушай, а вот ворота реально, получается, если были интегрированы, ты подъезжал бы, ну то есть мы подъезжали, ворота бы сами открыли, да? Да, они, ну так и есть, на самом деле несложно. У нас, знаешь, какой сейчас умный дом, короче, мы звоним Руслану, управляющему территорию, говорим, разогрей баню, Руслан говорит, идите нафиг, у меня гости, вот такой умный дом. Ну вот, да. Так расскажите, почему люди не могут выучить английский язык, это меня всегда волновало, в школе учат, чуть ли не в саду учат, в универе учат, но никто не понимает. Всем привет, меня зовут Алексей, я являюсь владельцем Soho Bridge. Расскажу в двух словах, почему не получается выучить, и годы проходят, а английский никак не становится родным. Потому что учат не то. Учат не язык, учат не общение, учат не коммуникацию, а на самом деле изучают какие-то отдельные элементы. Изучают фонетику, изучают грамматику, изучают слова, но это все не складывается в речь. Расскажи про бизнес, не знаю, про продукт чуть. Про продукт, ну, производим сами, не в Московской области, не где-то там в регионе, а в Москве, на Волгоградском проспекте, быстрая логистика, вот, и у нас крутой технолог, который производит лошадиный шампунь. Вот, вы знаете этот бренд, мощный. Да, вот. Митяй рекламировал этот, лошадиную силу. Ну, вот этот технолог, он с нами работает, поэтому у нас продукт будет мощнейший, поэтому взорвем рынок, блин, и приходите к нам. Вот, соответственно, сейчас Тимофей вам расскажет, как правильно выбрать прицеп и что, какие планы на будущее. В первую очередь, при выборе прицепа, конечно, обращайте внимание на качество комплектующих, качество металла, которое используют производители. Прицеп должен быть полностью оцинкованный, качество оцинковки должно быть высокое, толщина должна быть у бортов не меньше, чем 1.5 миллиметра. Это позволит долго служить прицеп, использовать только качественные компоненты. Какие функции вообще прикольные из вашей вот работы? Я смотрю, у вас портфолио были. Все реализовывают или нет? В смысле все? Ну, все функции реализовывают люди? Да, начинает со шторм. На самом деле в умный дом зашли вот через электрокарнизы, через жалюзи, шторы, всю вот эту тематику. То есть заходим на этапе прокладки проводов на объекте, и вот такие панорамные окна, с ними вообще веселуха была. Просто... Слушай, это правда прикольная какая-то конструкция. Ты не представляешь, там плавился скотч. Просто вот под этими окнами был такой жар. Это высотка в центре Москвы, и как бы ее нужно было заградить, сделать полностью здесь домашний кинотеатр.
То есть мы ее всю закрывали, вот эти все окна, там дальше была фотография объекта. Но там была кромешная тьма. Ну, это было шикарно. Что является критерием принятия решений правильным с твоей точки зрения при выборе школы? Просто есть школы, как бы, это прошлый наш клиент, это есть Pickup, есть English First. Скажи просто, кто есть еще. Ну, есть ВКС, есть LanguageLink. БКС, есть... который. Да, да. Broker Credit Service, похоже. Да, 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 да. Вот, есть LanguageLink, есть English Learning Center, есть Big разные. Ben еще есть, Big Ben, есть мастер-класс и так далее. Их очень много. На самом деле. Ребят, как бы, ну, мы не единственная школа, которая хорошо учит, и у нас не только в Soho Bridge есть хорошие преподаватели. Да, они есть там везде, и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, и в Москве есть какие-то школы. Mm-hmm. Первое, на что нужно обратить внимание, сколько времени вы будете на языке говорить. Мы сделаем продукт настолько крутым, что он будет продаваться во всем мире. Вот в Америке, в США есть аналоги, которые мы сейчас тоже продаем же, но мы хотим сделать такой... такой нужный и хороший продукт, мы доведем его там, до такого состояния, что он будет реально крутым, и девушки, вы будете, блин, неотразимы. Вот, вы просто будете ходить в салоны и вообще не чувствовать боли, и, блин, кайфовать. И вот и сейчас у нас родилась идея с Тимофеем, как раз с Сергеем, тут по поводу того, что сзади на прицепе ты можешь написать любую свою надпись, то есть прямо в конфигураторе, шестой шаг, пишешь надпись на прицепе, там, хочешь продай бетон, хочешь там, ребят, спасибо, что уступили дорогу, или там, хочешь обогнать там магнитом, или хорошего дня, или там, вообще по-братски всем. То есть, ну, сделаешь эту тему? Да, мы это сделаем. У нас есть прототип, да, мы сейчас это расширим, у нас будет выбрать спецнадпись, да. Или на борт прям можно выгравировать, либо вырезать лазером. Либо соответственно, под тем... видео будет ссылка на контакты соцсети Тимофея, личные, вы добавляете в друзья. И самое главное, вот по дилерству, если кто-то хочет заниматься, Тимофей прямо отдает лиды вам, условно, если вы в Саратове, он вам саратовские лиды, на, соответственно, на эти прицепы отдает, и вы уже просто звоните этому человеку и просто доставляете ему этот прицеп, или если ему надо, собираете, и все. А что по промокоду по-братски лет ты сможешь сделать? Какую-то цифру надо назвать. Ну, я не знаю, там скидос, я не знаю, там розетка в подарок, ну, что-то. Для обычно. Партнеров, дизайнеров, архитекторов мы можем какие-то бесплатно предоставить там образцы, либо какие-то, ну, единичные случаи мы можем поставить именно изделие, чтобы с ним познакомились, ну, на объекте уже на каком-то, да? И увидели, насколько это круто, как это удобно и тому подобное. В общем, если вы хотите умный дом, пишите Илье в личку, я прям личку туда размещу. Вот, там, скидки, не скидки. Самое главное, те, кто из строительной тематики, напишите, пожалуйста, Илье в личку, потому что у Ильи есть клиенты, и у вас есть клиенты, я думаю, вам есть о чем пообщаться. Вот, все по уму настройки, я уже порекомендовал канал. Приходите в Soho Bridge. Я так понимаю, ну, в принципе, у многих школ, да, есть бесплатное занятие? Бесплатное занятие, да, есть у всех, но в отличие от нас, у них чаще всего бесплатное занятие – это 40 минут презентационного урока. У нас урок, когда вы записываетесь, мы вас тестируем, в онлайн вы проходите тесты, потом вас приглашаем на урок в действующую группу. То есть вы все там 3 часа, сколько у нас идет урок, вы присутствуете в группе, которая вашему уровню соответствует, и видите, как это реально происходит. То есть не какой-то типа супер преподаватель, который один там сделал вам презентацию, вы влюбились в него, а потом неизвестно, как вы учитесь. Вы идете туда, где вы, собственно говоря, и будете дальше учиться. Да. Гипотеза какая, шила вам, до чего дошли, что людей на телеке настолько достала офигенная картинка, настолько достало прогнозирование сценария, что все это будет спланировано, что они вот, когда ты берешь просто обычный iPhone в руки, там все шипит, там скрипит, и люди готовы вот это смотреть, потому что надоела преснота вот эта вот, которая с первого канала идет, и людям это нравится. У меня вот есть Вика, да, продюсер, у нее 6 тысяч подписчиков на канале, видео смотрит ее по 30, по 40, соответственно, тысяч человек, ну, одни из первых, а у нее вообще мы никак не инвестировали. Вот чисто за счет прикольного контента, вот я Вика, я продюсер, короче, у меня тяжелая жизнь, я много работаю, и вот у нее там есть просто... Ну, там от тебя, по-любому, трафик притекает, но... Ну, там от Митяя даже где-то. Если ты готов к этому открытому миру, то можно открывать YouTube-канал. Даже если нет полмиллиона, просто начинать, можно бартером с кем-то совместное видео снимать, вот так вот пиариться, и там, можно не за полмиллиона, может за 0 рублей, но 3 года на это потратишь, допустим. Тут кому как уже. Пожелай что-то 20 тысяч людей в России. Я всем желаю быть такими же инновационными, смелыми, решительными, как ребята с Колбы Хантера.
такими же амбициозными, как мы, и всем успехов, и самое главное, здоровья, чтобы у нас всех хватило здоровья на реализацию всех грандиозных планов, которые у нас есть. Круто.